Прием граждан по личным вопросам – это возможность для ленинск-кузнечан напрямую озвучить свою проблему градоначальнику, получить ответ и необходимую консультацию. Для этого в администрации работает отдел писем. По телефону 3-22-73 ленинск-кузнечане могут позвонить и записаться на прием к главе города или его заместителям. Среди обращений самыми актуальными остаются проблемы ЖКХ и улучшение жилищных условий. На этот раз главе города по вопросу получения временного жилья обратилась ленинск-кузнечанка. Пожар уничтожил частный дом заявительницы. В ходе приема женщина получила необходимые разъяснения, в числе которых список полного пакета документов на получение временного жилья. Далее необходимо будет вставать на очередь. Весь алгоритм действия рассказали специалисты отдела по учету, распределению, приватизации и обмену жилья.